Привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я хочу с вами поделиться информацией, ответы на вопросы по компанию iWavy на сегодняшний день. Сегодня 1 июля 2016 года. Я нахожусь в таком замечательном месте, в лесу, сосны, елки, шишки, в общем, красота. Комары, естественно. Значит, вопросы следующие. Мне задали партнеры, и вчера звонили в компанию Access, нас перебрасывали на суппорт в компанию iWavy. Отвечаю на вопросы. Что станет с долевыми единицами, с акциями? Нашел я такой вопрос под одним из роликов. Давайте сначала поймем, что такое акции, что такое iWavy, что такое технология. Был Билл Старкин. Он взял, организовал вот эту пирамидку и технологию саму. То есть технология отдельно, люди отдельно, Билл Старкин отдельно. Билл Старкин собрал с пирамидки деньги, наобещал вам очень много всего. Сказал, мы выходим на IPO, там вы будете иметь чуть ли не пенсию. Некоторые из iWavy, там такой беленький у вас есть, волосы рвал на себе, я за неделю стал миллионером. То есть все вопросы по акциям это вот Биллу Старки. Год назад корпорация Access приобрела технологию iWavy под себя. И теперь все разработчики iWavy, они работают в Access, в составе Access Marketing. Потому что Билл Старки даже разработчикам перестал платить деньги. По поводу акции корпорации Access Marketing, смотрите под этим видео ролик. Я оставлю ссылочку на ролик, где год назад я рассказывал и показывал, что в Access были выплачены по долевым единицам, то есть корпорация планировала тоже выходить на IPO, только у нас в России об этом была тишина, все молчали, в отличие от iWavy. И корпорация Access в основном занимаются азиатские страны и Штаты. Больше никто не занимается в России. Это я вам говорю с уверенностью. Поэтому я получил тогда порядка 800 долларов акционерных денег. Значит, нам было выплачено около 16 миллионов долларов акционерных денег на всех. И у кого сколько было долевых единиц, тот столько и получил. Попутно приобрела корпорация Access компанию iWavy. Попутно еще приобрела завод в Китае по производству гаджетов. Попутно были запущены новые продукты, это мобильные приложения. Это сегодня есть еще направление, это игровой портал сделанный. То есть, понимаете, какое развитие у корпорации Access? Где она, а где этот Билл Старки, который вам много чего наобещал, ничего не выполнил. Дальше. Следующий вопрос. По поводу телевещания. Раньше у iWavy было телевещание на смартфонах. Значит, телевещание на сегодняшний день также остается работать. Видеоконференции и бродкаст, они пока не работают. Будет сделано приложение, то есть мобильное приложение для видеоконференции на смартфон именно. Потому что корпорация Access занимается именно разработками в плане создания мобильных приложений. Это тоже огромный сектор бизнеса, очень денежный. Всем предпринимателям это надо. Попасть в Google Play, в App Store. Надо иметь свое приложение и там регистрироваться. То есть как это все делать, это мы разберем попутно. Если вы хотите, вы можете инструкции все прочитать. В кабинете Access все это есть. Дальше. Под одним из видео я нашел тоже комментарий интересный от одного человека. Видео, значит, мы с партнерами там попробовали новый инструмент под названием MyMeeting. Как он работает, как действует, сколько людей там вообще вмещает, потому что нам написали в новостях то, что MyMeeting вмещает до 1000 человек, и мы решили все-таки попробовать. И все подряд, в общем, я снял, я даже не стал обрабатывать, то, что было, так и есть. И человек пишет, то, что я увидел и услышал, полный бред. Я такое не хочу, это даже близко не стоит с каналом связи iWavy. Видимо, человек что-то не понял. Канал связи iWavy как был, так и остался. Только он теперь был шильдик
iWave теперь Access Marketing. То есть все то же самое. И кроме того, вышел новый усовершенствованный продукт, а другие продукты, которые еще есть, еще можно пользоваться, они также остались. Но это временно, потому что будет убрана видеоконференция и бродкаст. Вместо вот этих двух продуктов нам вчера в самом iWave сказали, то, что останется MyMeeting. То есть канал связи был в iWave, канал связи остался в iWave. Без изменений. Был комментарий под моим видео насчет структуры, это вранье. То есть я там сказал, то, что компания Access приобрела технологию компании iWave и фактически со всей структурой, которая была в iWave. То есть один из партнеров сказал, ну, видимо, партнеров iWave, высказался, значит, насчет структуры это вранье. Ее никто не купил, и она рассеялась еще полтора года назад на различные проекты. Ну, по различным проектам. Да, ее никто не купил. Но если вы зайдете в кабинет iWave, у вас нет структуры. Неважно, лидер вы или там где-то внизу, неважно. У вас нет структуры, у вас не показано. То есть теперь, чтобы вы зарабатывали деньги именно по своей структуре, вам нужно принять соглашение в кабинете iWave и перейти в корпорацию Access. Как принять соглашение, как перейти, смотрите видео с... То есть я и Геннадий Хавуля снимали совместное видеоролик о переходе из iWave в Access. Под этим видео я ссылочку оставлю, так что можете посмотреть. Там мы подробно все рассказывали и показывали, вообще рассказали на пальцах. Соберите своих людей и предложите им, зайди в кабинет, сделай перерегистрацию, вот твой ID. Сначала регистрируйся в кабинете Access, получай сразу свой ID, да? Вставляй этот ID и ваш партнер из iWave автоматически переходит в Access. Все элементарно. Стив Рейнер грамотно сделал. Он приобрел технологию, а вместе с технологией он приобрел и людей. И те люди, которые хотят пользоваться технологией iWave, они автоматически переходят в Access. Хочешь, не хочешь, технология куплена вместе с людьми. Так и получается. Значит, сегодня 1 июля 2016 года. И вчера был последний срок, когда из кабинета iWave в Access можно было перейти, не активировав сам продукт VideoMeet. Активация стоит от 100 до 300 долларов. И вот чтобы не платить вот эти деньги, была вот эта акция. Акция закончилась. Возможно, вот сегодня я приеду домой и посмотрю в кабинете, возможно, ее продлят. Но вчера непосредственно в iWave нам сказали следующее. То, что в индивидуальном порядке, возможно, нам, то есть вам, сделают такие поблажки и переведут бесплатно, без активации данного продукта из iWave в Access. Возможно. Но это уже будет в индивидуальном порядке. Дальше. Технологиями iWave вы пользоваться уже не будете. То есть все партнеры, которые находились в iWave, они целый год пользовались бесплатно всеми технологиями. Корпорация Access за это все платила. Она является спонсором. Она является хозяином этой компании теперь. Сегодня, 1 число, должно быть все выключено. Дальше. Что же делать? Переходить в Access. До 15 числа. У вас есть срок для перехода из iWave в Access. До 15 числа у вас есть доступ в кабинет iWave, для того, чтобы вы могли зайти, скачать все ваши файлы, все ваши медиафайлы, там и другие какие-то файлы, и перезагрузить это все на компьютер. После делайте переход в Access, приобретая хотя бы маленький пакет за 10 долларов. И дальше вы загружаете ваши же файлы, вашу же медиатеку и получаете такой же продукт. Вот, единственное, там ограничение по количеству участников на конференц-комнату. Следующий вопрос мне задавали партнеры. Это технология N3. Спросил у суппорта iWave, что это такое. Ну, в принципе, технология как была, так и осталась. Единственное, она даже не потребовалась. То есть, за все время пользования iWave-шными продуктами не было даже попыток взлома
аккаунтов iWire. Мне так объяснили. Ну, в принципе, все. Все эти вопросы я задал. Получил нужные ответы. Дальше. Вам рекомендация поспешить с переходом из iWire в Access, потому что если вы это не сделаете, доступ закроют в iWire и больше вы заходить не будете. Срок у вас до 15 числа. Приступайте к переходу. С вами был Сергей Чураков. Регистрируйтесь в Access. Всем удачи, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.